Здравствуйте, уважаемые зрители моего блога. Сегодня я бы хотел вам рассказать про такой вот интересный наборчик посуды. У меня появился. Он подходит как по легкоходному формату, фактически для любых легкоходных походов, да, ультралегкое фактически снаряжение. Так у меня есть планы по использованию его для так называемого тактического туризма. Давайте поподробнее. Наборчик уже собран и дополнен, но его основа — это котелочек титановый. Вот название — Томшо, или как-то так. Объем 750 мл. Представляет собой кружку, фактически с боковыми удобными ручками и подвесом. Подвес можно использовать как для костра, да, какого-нибудь, так и просто, чтобы удобнее снимать котелок с горелки. Подвес съемный, может быть снят, если не нужен. Фиксируется жестко и при питье не опрокидывается. И, соответственно, не опрокидывается, когда установлен куда-нибудь в костер и так далее. По весам. Сам котелок 102 грамма. И его крышка 11 грамм. Собственно, кроме котелка, да, что включает набор, естественно, ложку. Тоже титановую. И содержимое банданы. Собственно, она нужна для чего? Во-первых, когда все уложено внутрь, благодаря бандане оно не гремит. Во-вторых, она может использоваться в качестве губки для мытья посуды, ну и для использования, да, если мы говорим про какие-то тактические цели, если там нет задачи на приготовление и прием пищи, а если, например, где-то что-то зачерпнуть, попить, перелить или кто-нибудь уже сделал кипятка, есть чай, то просто содержимое вынимается, убирается в карман, и при этом ничего не теряется, и когда надо быстренько двигать, все опять засовывается так же легко внутрь и укладывается. В общем, что внутри? Это горелка. Горелка тоже ультралегкая, газовая, на базе BRS-3000. Фактически это она и есть, только какой-то бренд типа Lixada написано. Ее масса 25 грамм. Вместе с чехольчиком 28. Действительно легкое решение, одно из легчайших на рынке горелок. Естественно, зажигалка, мини-биг и газовый баллон. 100 граммов, этого хватит на несколько суток. На трое точно, по приготовлению пищи. Если там просто кипятить чай или что-то греть, то гораздо дольше. Небольших количеств. Легкоходность как бы очевидна, компактность очевидна. Почему я говорил про тактический, да, туризм? Этот набор я включил в свой тревожный такой патрульный ранец для каких-то таких коротких действий в городе. То есть типичные задачи патрульника. Собственно, и сделан он на базе именно патрульного рюкзака. Ранца в данном случае от 6Ш112 армейского. И под... И набор посуды, и под еду у меня отведен один из карманов из двух внешних. То есть еда — хорошо поесть там в течение суток или поголодать несколько суток. Почему карман, а не в центре рюкзака? Потому что, ну, когда необходимость приема пищи, чтобы не все доставать, перерывать, так удобнее. В одном из наружных карманов размещения мне гораздо больше нравится. В другом, соответственно, дождезащита и укрытие, то есть там пончо и мембранная куртка. Ну и все остальное уже в основном отделении, про него как-нибудь поговорим в другой раз. Да, что внутри? Этот вот набор, про который мы только что говорили.
сахар и кофе. Сникерсы, кто бы что ни говорил, а это один из наиболее калорийных и, как следовательно, практичных вариантов, в отличие от сейчас все более модных протеиновых батончиков, в которых маловато белка и маловато калорий. В данном случае, хоть они, сникерсы, и тают летом, и замерзают зимой, все-таки, по-моему, то из самых универсальных, удобных решений. Ну и по основной еде. Вот это вот два приема пищи Кронидова. Гречка, горох. Ну, без разницы, можно размещаться любые консервы. Или даже вообще не консервы, но мне вполне удобно в таком варианте. Да, кроме прочего, гриб можно в этом котелке без открывания. То есть просто лить воды, греть в пакете. Есть из пакета, из реторт упаковки. Получается довольно быстро и не надо ничего пачкать. Потом мыть посуду, как-то вытирать. Что тоже можно делать ванданы. Вот такой вот наборчик. По прошествии, да, какой-то длительной эксплуатации я отзыв свой дополню. А пока на этом все. Спасибо за внимание.